поменять замок вместо испорченного магнита. Поставим новый магнит, ну как бэушный магнит, для того чтобы нам правильно установить, нужен шестигранник. Заводим его в ячейку, в пустой стержень, и снимаем крепление. Здесь гайка в обратную сторону расположена, крепится таким образом, что в этом пазу она как в ключе стоит, самозажимная получается. Так, для начала нужно его, мы точно знаем, что он рабочий, поэтому нам надо его разобрать. Выставить рамку, подключить, настроить в пределах оси для крепления, и все. Вот. Здесь стоял аналогичный замок, поэтому будем устанавливать идентично. Поскольку рамка установлена, будем предварительно крепить сам замок в обратную сторону. В пазы вставляем две гайки. Берем шестигранник. Стараемся попасть. Есть. Чуть-чуть поджимаем. И пока подбросим для проверки. Будем проверять. Замок не достает. Ослабим немножечко. И еще ослабим здесь. Теперь поджимаем. Так. Захлопнулся.
таким махаром мы его выставили. Осталось только поджать. Проверяем скут. Все нормально. Осталось только сделать эти скрутки посильнее и спрятать. Скрутку, замок зафиксирован, скрутки сделали, подкидываем доводчик.